сегодня новый город. Приятно, что в конце поддерживали все меня. Еще раз спасибо. Спасибо за поддержку! Это было очень круто! Это единственный этап, который в этом году езжу в Украине. Я очень рад, что благодаря вашей поддержке я добрался до подиума. Спасибо! Я тоже хочу сказать спасибо огромное. Одесса была, этот этап был достаточно сложный. У нас столько было неприятностей. Мы даже вчерашней ночью не ночевали в отеле, а ночевали в техпарке и просто до утра крутили машину. И было действительно все очень сложно, жарко очень, машина практически не ехала. Но все получилось. И благодаря вам за поддержку. Спасибо. Мы постарались сделать трассу со своими нюансами, то есть, скажем так, не очень легкую, не очень легкую. И как бы дали серьезное задание для пилотов, поэтому надеемся, что сегодня будут плюс-минус равные силы как бы для всех. Почему? Потому что я скажу честно, что вчера сильные пилоты не показали того, чего я хотел. Посмотрим, как сегодня это все будет. Сегодня, в принципе, добавилось несколько сильных пилотов. Первый раз в этом году на Украине участвует Александр Гринчук, наш одессит. Надеюсь, он сегодня разбавит этот сильный тандем Головни и Димы и Люка. Получается, что первое, второе место вот делишь ты и Алексей и Головня. Вот этот этап тогда какой у вас получается? Решающий третий, и он какой будет, как ты думаешь? Да не решающий он, еще два этапа, еще четыре этапа, это третий этап. Ничего на самом деле не решено, и все будет решено в Киеве в финале, а на финальном раунде. Пока что это просто третий этап, кто-то может набрать баллов еще больше, увеличить свой отрыв. Дай бог, чтобы это был я. Мне для того, чтобы удержать чемпионство, сейчас нужно сделать, в принципе, фантастические, да, вещи. Мне нужно выиграть две квалификации, первое место, и, собственно, два этапа победить. Только тогда я смогу удержать лидерство. Но как для тебя сезон проходит? Ну, я бы сказал, не очень. У меня много технических поломок. Вот вчера было куча поломок, мы до 4 утра занимались ремонтом и продолжаем до сих пор ставить детали, которые ремонтировали всю ночь. Короче, какой-то вот такой вот кавардак. Поездка вообще изначально не задалась, куча проблем. Проблема с отелем, проблема там, порвали колесо на прицепе. В общем, все неладно. Я обратил внимание, я уже знаю тебя давно, что когда у тебя вот такие проблемы, у тебя всегда все потом получается. Ну, будем надеяться, я был бы только за. Может быть, оно стимулирует, когда все хорошо, ты на расслабоне думаешь, да, сейчас дам первое место, и фиг. А когда ты стараешься, что-то не позволяет, ты прикладываешь больше усилий, и, ну, естественно, результат получается лучше. Приятная трасса, лучше, чем в других городах. И, как ни странно, Одесса удивила сегодня количеством участников. Их аж 23 или 25. Я обратил внимание по количеству баллов прошедшим этапам. Получается, что первое и второе место делят два пилота, а третье уже все остальные. Ты по количеству баллов насколько близок к третьему призовому месту? Да, по количеству в турнирной как бы таблице по итогам двух этапов у меня на сегодняшний день 5-е место. Но сегодня есть все шансы подняться немножко выше по таблице, если я нормально проеду квалификацию и выиграю несколько хотя бы парных заездов, есть шансы подняться, может быть, по итогам даже на 3-е место. Ну, я очень буду стараться, очень хочу туда попасть, в эту тройку. Не знаю, как мне это удастся, посмотрим, как подведет ли машина и как я себя буду чувствовать в общем. Мы бачимо, что на поле являются наши стартеры. Андрей Головня, Славомир Хилинский, а это означает только одно, что мы распочинали победителями третья, третьего этапа чемпионата Украины стрингу.
ситуация. Я думаю, все понимают, о чем мы ведем разговор. Щепетильный момент. Мы все знаем, о чем я говорю. Здесь будет персональная ответственность и голосование каждого пилота. Я на прошлом этапе был техсход. Так. И что я не взял другую машину? А что ты не взял? А что ты не взял? Что в регламенте нельзя брать? Ты против. Чепа в данной ситуации очень благородно поступил. Ему я посмотрел сзади на ушко шепнул говорун, папа так называемый наш киевский. Он шепнул едь с ним, все будет нормально. Да, в любом случае он будет ехать на чужом автомобиле, чужой автомобиль это не свой, но он по такой же конфигурации. Вопрос третий. Недавно в России был чемпионат Японии против России, и Дайго Сайто, увидев, что задний пилот не выехал на заезд, он просто развернулся и заехал в закрытый парк, пока тот не выйдет. При этом, что у того был технический трабл какой-то. Он дождался и доказал, что он, как говорится, папа. И поэтому с Чепаной стороны это было тоже правильно ответить «да». Ты понимаешь, видишь, дрифтинг всегда был в Украине таким вот напряженным спортом, в котором действительно одна искра может к такому взрыву привести. И всегда есть какие-то течения. Кто-то к одному, кто-то к другому. Когда-то я был в похожей ситуации, как сегодня головню поставили. Я один проголосовал за то, чтобы меня допустили. И пролетел. Чепа не рискнул оказаться в моей ситуации. Но, с другой стороны, я, например, для меня сегодня большое удивление голосовать за Диму Илюка. Но он заслужил. Это будет проект нашей. Второй этот? Голубой наш проект. Да, синяя чайка гангстера. Спасибо Владу. А, Владу возьмешь машину? Да. Уже была одна такая ситуация. Да, была. Но тогда ее делал не я, сейчас ее делал я, поэтому я не могу сказать, что тачка говно, потому что вся ответственность на мне. А сейчас вообще тебе будет на чужой машине? Насколько комфортно? Она тебе, насколько... Она вообще другая, в ней ездил там пару раз, когда ее настраивали только, и все. Но... Надо пытаться. Да. Давай, пожалуйста. Напомню, что за рулем 19 номера сейчас не Владислав Павлов, а Дмитрий Ильин. Позорная.
топ-2 мотора, это только Дима. Все нормально. И заметьте, как работает пожарная команда. Победа. Поездка не заладилась с самого начала. Еще с поездки с выезда из Киева начались проблемы, какие-то неурядицы. Проблемы с отелем, порванные колеса на прицепе, поломанный мотор, стартеры. Ну, тут куча всего было поломано. По сути, мы 2 дня занимались ремонтом машины, и не было времени даже получить такое, отдохнуть, да. Просто работали на машину, так сказать. Все получилось. Да, у меня на самом деле вся гонка прошла на эмоциях. Ну, конечно, это полуфинал и финал. Сильнейшие соперники Александр Гринчук, Алексей Головня. Реально люди были на взводе, потому что борьба всегда за подиум, она дается тяжело очень. Это эмоциональный взрыв, напряжение. По остальным пилотам, в принципе, было тоже, потому что там и середняки, в принципе, и вот Корчевский Руслан, арбузный магнат из Херсона, сегодня показал зрелищную езду, и Ковальчук, Дмитрий Илюк, к сожалению, были тех сходы, поломки машины и тому подобное, но, в принципе, шансы имели все. Очень порадовал Никита Лукьянов, почему? Потому что начало сезона он пропустил, в этом году выехал, человек поехал стабильно, поехал быстро, поехал агрессивно, и, в принципе, тоже, если бы не досадные технические бы проблемы, я думаю, что он бы тоже составил очень достойную бы конкуренцию за первые 4 места. Очень большое количество парных заездов. У пилотов ограничена резина. Пилоты,
в принципе, работают на пределе, потому что очень жарко. Это тяжелая физическая нагрузка для пилота, когда ты сидишь в термобелье, в комбинезоне, в шлеме, в обуви, в машине, в которой температура, там, я не знаю, достигает порядка 50-60 градусов, может быть, даже больше, греются моторы, нагревается трансмиссия, конечно, тяжело очень. Первая вот эта вот дуга, вход, он, в принципе, был непростой. И то задание, которое было поставлено пилотом, они, безусловно, пытались его выполнить, но очень многие там ошибались. В чем интрига дрифта? В том, что она сохраняется до конца. И в этом его прелесть, поэтому здесь загадывать не будем. Сегодня, как бы, я считаю, результат получился закономерным. Вот. Леша, как бы, выступил очень достойно и, в принципе, занял закономерно первое место.